Приветствую вас на канале Shopas. Меня зовут Кристина, и сегодня я расскажу, как заказать классные кроссовки New Balance с доставкой в Россию с официального сайта. Главная фишка кроссовок New Balance – уникальный трехопорный супинатор, который позволяет ноге опираться одновременно на три точки, что обеспечивает легкое и комфортное передвижение. Дополнительную амортизацию создает расположенная в области пятки специальная вставка, а технологичный протектор придает подошве гибкость. Кроссовки New Balance обработаны антибактериальным составом, долго удерживают тепло, быстро высыхают. Они легки, износоустойчивы и просто красивы. Эти достоинства кроссовок New Balance объясняют их высокую стоимость, однако цена пары, приобретенной в российском интернет-магазине, на порядок выше, чем на аналогичном американском сайте. Так давайте сравним цены на новинки в российском и американском интернет-магазинах. В качестве примера мы рассмотрим повседневную модель New Balance 5740. Как вы видите, на российском сайте цена за данные прекрасные кроссовки 20 990 рублей. Цена достаточно высокая, как ни посмотри. На аналогичном американском сайте мы видим цену в $99. $99 – это примерно сколько? 5-6 тысяч. Но разница, друзья мои, колоссальная. Кстати, чтобы зайти на американский сайт, не забудьте включить VPN. Это нужно для корректной работы сайта. А для любителей бега, к примеру, мы можем рассмотреть вот эту модель кроссовок. Стильные мужские синие кроссовки. На российском сайте они стоят 23 990 рублей. Цена еще выше, чем у предыдущих, я бы не взяла. На аналогичном американском сайте цена за те же самые кроссовки $139, 99 центов. Переводя по сегодняшнему курсу, это примерно 7500. 7000, 23 тысячи. Ну, разницу видите сами. И, наконец, такие женственные, красивые фиолетовые кроссовочки, тоже для повседневной ходьбы. Очень красивые, с такой с контрастной буковкой N, которая является символом New Balance. На российском сайте даже со скидкой стоит почти 17 тысяч. Ну, можно подумать, но все равно дороговато. На аналогичном американском сайте те же самые кроссовочки стоят $84, 99 центов. На сегодняшний курс это чуть более 4 тысяч. 16 тысяч, 4 тысячи. Ну, тут тоже сравнивать, думаю, нет смысла, все и так понятно. Мы видим более выгодные цены в американском интернет-магазине. Но, к сожалению, доставки из американского интернет-магазина в Россию больше нет, и российские карты к оплате не принимаются. Что же делать, если я хочу вот эти, именно эти фиолетовые кроссовки? Для этого мне нужно всего лишь обратиться к сервису Shopas, потому что именно здесь я оставлю заявочку, мне перезвонят менеджеры, договорятся об удобном способе доставки, заполнят все необходимые таможенные документы и доставят мне посылку удобным мне способом, вместе со всеми чеками и документами. Комиссия за услуги будет рассчитана автоматически после оформления заказа, поэтому все просто, мне даже английский для этого знать не нужно. Все максимально просто, один клик, и мне перезвонят. И что же включает в себя этот один клик, давайте с вами разберемся. Как же нам следует поступить, если вы, точно так же, как и я, захотели купить вот эти кроссовки именно по цене $85? Для этого нам необходимо обратиться к сервису Shopas. Менеджеры после оформления заказа обязательно свяжутся с каждым покупателем, оформят все необходимые таможенные документы и отправят посылку удобным для вас способом со всеми чеками. Комиссия за услуги сервиса будет рассчитана автоматически после оформления заказа. Кстати, в Shopas есть гарантия на доставку, и это видно по многочисленным отзывам, что все товары доходят до своих покупателей, все безопасно и очень удобно. Итак, как оформить заказ с американского интернет-магазина с доставкой в Россию? Для этого нам необходимо открыть сам американский сайт и скопировать ссылку на понравившийся нам товар. Затем мы возвращаемся на официальный сайт Shopas и переходим во вкладку «Заказ по ссылке». Вставляем необходимую ссылку в поисковую строку и нажимаем кнопочку «Купить». Далее стандартное оформление заказа. Необходимо указать страну, в нашем случае США, ссылка на товар уже вставлена. Необходимо указать артикул, его найти иногда бывает не очень просто, но обычно у нас получается. Далее необходимо указать цену в валюте магазина, но мы-то помним, что это $89, 99 центов. Необходимо указать также оригинальное название модели. Здесь мы также обращаемся к сайту, копируем и вставляем. Необходимо указать количество, в нашем случае это одна пара,
цвет. Цвет – это очень важно. Угу. Хочу фиолетовые. Женственные, красивые. Указываю цвет и размер. Угу. Далее, если есть комментарии к заказу, мы их также оставляем и нажимаем кнопочку «Добавить товар в заказы». Следующий шаг – это оплата заказа. Вот уже здесь заказ можно оплатить с помощью российской карты, а комиссия за услуги сервиса автоматически рассчитана после всего нашего с вами оформления. Далее нам остается только оплатить. Помимо очевидной выгоды в цене, покупка кроссовок New Balance на сайте США является очевидным преимуществом. В чем оно проявляется? В том, что вы гарантированно получаете оригинал товара. Вместе с товаром вы получаете документы и все необходимые чеки, а также уверенность за то, что вы не переплатили за подделку. Также в американском магазине есть те модели, которых точно нет в российском интернет-магазине. Например, лимитированную модель Made in UK за $239.99. Наши клиенты на протяжении многих лет успешно заказывают New Balance в американском интернет-магазине. В настоящее время магазины в России закрыты, поэтому регистрируйтесь на сайте Shopus и покупайте выгодно и безопасно. Таким образом, с помощью сервиса Shopus вы сможете делать заказы в любых зарубежных интернет-магазинах, в том числе и тех, которые остановили свою работу в России. Делать покупки в IKEA, iHerb, Nike, Lego, H&M с доставкой удобным для вас способом. Делитесь этим видео в социальных сетях, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Здесь мы регулярно публикуем подборки новых товаров, сравнение цен, а также обновления во всех категориях зарубежных товаров. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете задать их нашим менеджерам, контакты которых мы оставим под этим видео. А что бы вы хотели заказать в США? Делитесь в комментариях.